Приветствую всех, дорогие друзья! В этом ролике, как всегда, собраны самые интересные новости железа, поэтому досмотрите его до конца и не забудьте прожать экзагерцовый лайк. И только с вашего позволения я начну с маленького размера от компании AMD. Свежая информация поведала, что флагманский графический чип семейства RDNA 3 будет значительно меньше, чем говорили прошлогодние утечки. По словам Греймана, размер GCD в Navi 31 составляет всего 350 мм квадратных. И если сравнивать, то нынешний Navi 21 имеет площадь 520 мм квадратных, что значительно больше новинки. Однако конструкция архитектуры RDNA 3 слишком сложная, чтобы ее просто так сравнивать с RDNA 2. Фишка в том, что тут присутствует как сам GCD или Graphics Complex Die, так и до 6 MCD или Memory Complex Die. Все эти чипы в составе Navi 31 будут соединены друг с другом, тогда как в Navi 21 мы имеем единый кристалл. Другими словами, у AMD сейчас все в одном, а новая архитектура подразумевает отдельные кристаллы с памятью или даже правильнее сказать с кэшем. Такая компоновка должна использоваться топовым Navi 31 и притоповым Navi 32, тогда как Navi 33 будет монолитным. В итоге, если учитывать, что GCD имеет размер 350 мм квадратных, а MCD будут примерно по 40 мм квадратных, то общая площадь будет где-то 590. И как раз у NVIDIA, по слухам, размер топового кристалла AD102 составит около 600 мм квадратных, а значит красные и зеленые будут примерно на одной волне. А вот довольно популярный ресурс 3D Center говорит, что размер нынешнего Navi 21 без Infinity кэша и контроллеров составляет 375 мм квадратных. То есть если из нынешнего флагмана вырезать так называемый MCD, то он все равно будет больше, чем предстоящий Navi 31. И возможно это связано с тем, что в RDNA 3 будут отправлены под нож такие фишки, как XGMI, Global Data Share, Legacy Geometry Pipeline и Legacy Scan Converter. По своей сути, это не совсем нужные графические комплексы, и если их реально вырезают, то размер чипа и будет меньше, тем более учитывая новый техпроцесс. Но и пока что это все не выглядит как двухчиповый монстр, который сотрет NVIDIA в порошок, хотя говорить о кадрах в секунду еще точно рано. Но Грейман уже не раз говорил, что красные готовят какой-то еще более мощный чип, хотя подробностей о нем пока нету от слова совсем. В любом случае, пока не стоит ждать какие-то двухчиповые печки, и вроде как AMD сделала все ставки на дополнительный кэш в особо крупных размерах. Тем временем RX 600 от RISC 51 уже продается по 20 тысяч на Алиэкспрессе, и это весьма неплохой вариант за эти деньги, даже если учитывать кучу китайских «если». Но ссылочки для ознакомления на 6600 и 6600 XT я оставил в описании под роликом. В связи с выходом ARC A380 на китайском рынке традиционно начался этап обзоров, который надолго запомнится компании Intel. Обозреватели были очень сильно разочарованы стартом продаж в одной стране, так как достать видеокарты было очень непросто. Но даже это было не самое интересное, ведь про оптимизацию уже, наверное, можно слагать легенды. Например, Computer Base говорит, что играть на A380 даже с последним драйвером – это все равно, что жить посреди минного поля. Причем по словам «играть» подразумевалось играть в пьяном виде, так как других слов у обозревателя просто не нашлось. В итоге Computer Base абсолютно не понял, как такая авторитетная компания вроде Intel может продавать такой продукт. Игорь Слаб также подтверждает слова Computer Base и отмечает, что играть без Resizable Bar просто невозможно. И к тому же, по словам Игорь Слаб, модель от Garnier явно собрана на скорую руку, и тут стоят сильно толстые термопрокладки и намазано слишком много термопасты. Из хороших же новостей можно отметить тот факт, что A380 абсолютно не работает в майнинге, так как ее не поддерживает ни одно майнинг ПО. Хотя в нынешней ситуации вряд ли такая модель кому-то будет интересна для покупки в майнинг-ферму, ведь на дворе нынче криптозима. В общем и целом, видеокарты ARC – это что-то с чем-то, и их точно нельзя брать даже за минимальную цену. И к тому же Intel в край обнаглела и просит за новинку сильно много, если учитывать отвратительную оптимизацию. Поэтому любой здравомыслящий человек просто пойдет и возьмет нормальную видеокарту от красных или зеленых и точно не посмотрит в сторону A380. Компания Western Digital сообщила о начале массовых поставок 22-терабайтных жестких дисков. Новинки представлены в условно-потребительских сериях Red Pro, Purple Pro и Gold, а цена вопроса составляет $600. Все три жестких диска реализуют честную перпендикулярную запись CMR без покрытия дорожек, что обещает максимальную производительность при записи для HDD. Например, VD Gold на 22 терабайта обеспечивает скорость передачи данных до 291 мегабайта в секунду, что является сегодня недостижимым значением для других жестких дисков. Несмотря на заявленное прекращение официальных продаж в России, компания Apple продолжает возить каждый месяц тысячи устройств на российский рынок. И речь тут идет далеко не о параллельном импорте, когда техника ввозится без разрешения компании.
Фишка в том, что все эти тысячи устройств не предназначены для продажи через магазины. Они завозятся для замены по гарантии, когда ремонт в России невозможен по тем или иным причинам. Таким образом, Apple продолжает поддержку своих девайсов, которые до сих пор находятся на гарантии и в случае чего могут быть заменены. В интервью каналу CNBC Винай Гупта из IDC пояснил, что дефицит полупроводников далек от устранения, а основной проблемой для рынка сейчас является инфляция. По его словам, она уже ограничивает расходы домохозяйств на покупку продукции, которая содержит полупроводниковые компоненты. Таким образом, участники рынка не смогут бесконечно жертвовать нормой прибыли в условиях роста цен, а потому рано или поздно его почувствуют конечные потребители. Для цепочек поставок серьезной проблемой сейчас является ограниченная доступность технических газов, используемых в производстве чипов. А рост инфляции неизбежно вызовет повышение средней цены реализации полупроводниковых компонентов, как отмечает специалист IDC. Но, к счастью, эксперты IDC уверены, что монетарные власти многих стран смогут достаточно быстро купировать основные негативные последствия растущей инфляции. И нынешний макроэкономический кризис не будет глубоким и затяжным, но рост цен все-таки имеет место. Первое заседание суда по разваливающейся сделке Твиттера и Илона Маска проходило во вторник в заочном формате, поскольку у судьи была корона. Итогом заседания стало решение провести основные слушания по делу в ускоренном порядке за 5 дней в октябре. А затягивание процесса, как согласилась судья, наносит ущерб компании Twitter. Таким образом, план Маска затянуть процесс до февраля провалился, и дело будет рассмотрено в ускоренном формате. Компания Valve посоветовала владельцам портативных игровых приставок Steam Deck не играть при повышенной температуре воздуха. Производитель уточнил, что Steam Deck наиболее эффективно работает при окружающей температуре от 0 до 35 градусов по Цельсию. Если же температура окружающей среды выше этого максимума, то процессор приставки быстрее нагревается и начинается тротлинг. Такое заявление последовало после того, как температура воздуха в Великобритании на этой неделе установила новый исторический рекорд, перевалив за отметку 40 градусов. Valve объясняет, что кастомный процессор AMD Aries рассчитан на работу при температурах до 100 градусов по Цельсию. Ну и конечно же, как только показатель превышает заявленный максимум, то приставка сбрасывает тактовые частоты. В худшем случае, если температура процессора достигает 105 градусов по Цельсию, то приставка автоматически выключается, чтобы избежать дальнейшего перегрева. И кстати, Nintendo тоже выступила с аналогичным заявлением, сказав, что максимальная температура эксплуатации для Switch является 35 градусов на улице. Специалисты компании iFixit разобрали новый MacBook Air на базе фирменного процессора Apple M2. И на удивление, они нашли в ноутбуке акселерометр, назначение которого осталось загадкой. Возможно, акселерометр предназначался для реализации какой-либо функции, от которой разработчики отказались, или же он помогает определить, не ронял ли пользователь ноутбук. В остальном же они подтвердили ранее озвученные проблемы с SSD у версии на 256 гигов и упомянули слабенький отвод тепла. Причем отмечается, что Air на M2 получился более горячим, чем прошлая модель на M1. Но опять же, проблема с нагревом начинается тогда, когда заходит речь о рабочих задачах или играх, что так-то было проблемой и M1. На этой же прекрасной ноте сегодняшний выпуск новостей подходит к концу, поэтому хочу сказать большое спасибо, что досмотрели его до конца и, надеюсь, поддержали прожатым лайком. Также отдельное спасибо всем, кто финансово поддерживает канал подпиской на Boosty, переводами на карту или через спонсорство на YouTube. До скорого, друзья!